На самом деле про создание искусственного мяса говорят не только за рубежом. Российские компании тоже потихоньку осваивают новые технологии. Выясним, какие возможности по созданию мяса существуют на российском рынке. Мы можем воссоздать хоть точно такой же один в один куриное, коровье, лошадиное мясо. А можем сделать абсолютно новый продукт, отличающийся по свойствам. Это просто вопрос технологии. Например, сейчас в нашей компании мы тестируем растительные скаффолды из сои. Ну, это такой пока будет первый, возможно, продукт. Изготовление искусственного мяса требует научного подхода, а значит создать мясо сложнее, чем вырастить теленка. Однако при создании необходимой техники и лаборатории грамотных специалистов процесс культивирования мяса в разы быстрее. Как же сделать биомясо и какие технологии для этого нужны? Сначала надо получить клетки животных. Для того, чтобы получать много клеток, нам нужна питательная среда главным образом. Они начинают там делиться, размножаться. Нужны будут, конечно, технологии биопринтинга или технологии создания так называемых скаффолдов. Это такие каркасы, на которые заселяются клетки. Потом мы должны погрузить их в большие биореакторы. Там именно происходит этот процесс, в результате которого мы в итоге получим кусок мяса. Ученые утверждают, что культивированное мясо будет экологичнее и питательнее, чем оригинал. Кроме того, использование такого мяса будет более гуманно по отношению к животным. Я уверен, что через 40-50 лет это мясо будет доминировать над обычным, просто потому что это то же самое, только лучше. У этого способа гораздо больше преимуществ. Во-первых, это гуманно. Нам не надо содержать животное в не самых лучших условиях, не надо его потом будет забивать. Используется гораздо меньше площади, гораздо меньше воды. Не нужно использовать антибиотики или гормоны для выращивания животных. В России технология по созданию культивированного мяса начала развиваться буквально 5 лет назад, но уже сейчас она дает результаты. По мнению ученых, за выращенным в лаборатории мясом лежит путь к здоровому питанию в будущем. Федосия Ершова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.